Орловский Александр Ильянович родился 4 июля 1962 года в городе Губаха Пермской области. Окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства им. Николая Черкасова, ГИТМИК, в 1996 году. Класс профессора И. Б. Малачевской, работал в санкт-петербургских театрах. Апарти, 1998-2001, драматическом театре, на Литейном, 2002-2006, Александринском театре, 2003-2004, с 2006 года. Актер театра, Апарти.